Всем здорова, чуваки! С вами Варпач, Леон и, конечно же, Алекс Фокс. И сегодня мы играем в крутого маньячка в CSGO! Всем привет, дорогие господа! Хелло, братишки! Сегодня вас ждет эксклюзивная серия, крутая, как всегда, по маньячку в огромном супермаркете, где куча-куча нычек. Сразу хочу пожелать вам приятного аппетита и приятного просмотра, чуваки! Саня пошел в жопу! Ваш инвентарь до сих пор пустует. Пора это исправлять. Elite Case представляет. Бесплатные кейсы каждые 24 часа. Ежедневный бонус в размере 10 рублей. Частые промокоды. Все это и не только на elitecase.net. Ну что ж, бандиты, у нас Санечек, как всегда, первый маньячок. Вот здесь стоит и бесится, сука, стреляет сквозь стену. Пошел нафиг, чуть не попал по мне. Пули свистят надо мной. Так, подожди, у нас продавщик... А дверь-то простреливает. Продавщик. Так, Сань, ой, Саня, не стреляй, ты, Лёва, за мной, иди сюда, смотри, нычка, в которой нычка, в которой еще нычка, отлично, Саня, мы нычка, в которой нычка, в которой еще одна нычка, и в этой нычке еще одна нычка, мы вот там. Ты понял, да, где? Да я знаю, где это. Ищи по запаху граффити, Сань, короче, вот нюхай граффити, давай, как ищеечка. Так. Как ищеечка. Как ищеечка. Давай. Еще одна нычка, да? Пошел нафиг! Так, нычка, в ней еще нычка! Да пошел ты, да как ты так быстро нашел-то? Нычка в нычке, зачем ты мне подсказку? Я знаю эту нычку. Да откуда ты знаешь? Вот иди еще раз будь маньяком. Первый раунд должен был научить нас тому, чтобы не давать подсказки сразу Саньку. Сань, ты опять члены рисуешь? Ну вот вообще, вот ты, наверное, в детстве на листочках то же самое нарисовал. Так, ребята, все, прячемся, бежим. Бежим, ребята, прячемся, сейчас маньяк выйдет. Так, Сань, ну знаешь, где мы спрятались в ту нычку, где ты нас уже находил? Вот иди туда, ищи. Вы прекратите стрелять, Александр. Александр. О, молодец. Александр. Пули-то не на деревьях растут. Вот именно, не казенные пули-то. Вы что тратите? У нас денег, как всегда, по красоте. 1337 долларов. 1337. Это хорошо. Так, Сань, ты скажи, вот где ты? Просто страшно, понимаешь, что тут... Там, где много. Есть, меня тут нычек-то не настолько много, но они здесь есть прикольненькие. Ты вот скажи, где ты находишься, чтобы мы ориентировались, да, и смогли убежать. Я от чувствую, кто-то просто... обосрался где-то здесь. Обосрался? Ты? Ищи могучую кучку, Сань. Сань, вот, ищи кучку. Попахивает, видно. Попахивает? Да не бегай, никто бегает. Леон, ты бегаешь. Shift, существует shift. Shift? Конечно, Саня, это ушастый маньяк, он же найдет. Так, Сань, тебе вообще-то был прописан Зевс. Тебе был... Калашом по кайфу. Короче, нам главное отсюда что-нибудь унести из супермаркета. Я бы сейчас пошутил, но Санечек сразу поймет, о чем речь пошла. Ну ладно, чтобы как бы не запалиться-то... А ну скажи. Да не, прыгаешь как матанга. Так, давай, иди ищи. Иди смотри, где мы можем быть. Мне вот уже страшненько, знаешь, настолько страшненько, что вот прям... Подожди-ка. Мне не по себе. Где? Никого где нет. Знаешь, проверяй, есть кто-нибудь. Ты типа с калаша проверяешь? Сань, тебе был выдан Зевс, никаких калашей. Тебе не говорили, Саня, Зевс, ну какой калаш, Сань, ну ты чё? Ну чё ты, ну я ну нет, ну какой калаш, ну ты о чём вообще, ну нельзя. Нет, Саня, фу, брось, кака, ты в магазине, да, нельзя. Знаешь, некоторые дети просят, купи мне Milky Way, там, чокопай, а ты просишь, купи мне пиво, купи мне калаш. Вот так было. Магазинную ленту там на всю грудь просто. Так, Сань, ты передай информейшн где-то. Я просто свет себе так делаю калашом. Здесь ни хрена не что делаешь? Какой ты там свет себе делаешь? Ой-ой-ой. Ой-о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 й. Подожди, я что-то головку заметил. Вот так вот Саня повзрослел. Его первые слова были, я что-то головку увидел, и все, потом пошло-поехало. Головку врача. Головку врача, да, действительно. А вы о чем подумали? Как бы? 1 апреля только вчера кончилось, а вы уже тут шутники, блин, собрались. Есть. Я не понимаю, Сань, какого хрена ты стреляешь из калаша такой пипец сколько раз? Сиди там! А, господи. Капец. Блин, ни хрена не видно. Мистер консультант, сядьте обратно! Хрена не спасибо. Видно, что такое. Вот, все, сидите там. Так, Сань, давай. Вообще ни хрена не видно, темно вообще. Сань, мы там, где баклажаны? Вот ты найди. Лада седан, баклажан. Баклажан.
Да, ищи там. Знаешь, вот, кстати, вот эта вот нычка с баклажанами больше напоминает ведро с виноградом. Его типа мнешь и вино делаешь. Ну, кстати, да, есть немного такое. Подожди, где вы? Где мы там? Пахнет, ну пахнет. Каким попахивает? Сань, давай. Ищи. Пахнуло. Чувствуешь, чувствуешь, да? Вот где-то вот сейчас было, да? Чувствуешь вот это вот, вот прям, прям. Вот, вот граффити, вот это вот любимое граффити. Знаешь, есть песня «Имя любимое мое, имя непобедимое, имя любимое мое, непобедимое, граффити твое». Я, кстати, вот про эти баклажаны говорил, вот они на столе лежат, баклажаны, понимаешь, баклажаны, вот они. И в них можно утонуть. Я уже говорил, да, что у нас упоротый маньяк, упоротая карта, и вообще все упоротое. 8 секунд осталось. Тихо. 3 секунды, 3. Саня, платформа, тихо, я не знаю, где он. Пожалуйста, проконсультируйте меня, консультант. Так, нет, Саня, уйди, ну видно же, ты просвечиваешь. Нам надо, ребят, повыше, вот здесь нычка, короче, повыше есть, вон там. Саня, консультант, Руководи мной. Я второй раз не успел запрыгнуть. Руководи мной, блядь, сука, ты позащит, что ли, говорит? Ай, Сань, побегай там, дурак! Побегай там! Побегай в другом месте! Ой, больной ты, Саня! Побегай вокруг этой херни! Да только сюда не забегай! Тихо, убегай! Да уведи его отсюда! Подожди, где он? Вы убежали? Да где вы, сука, дебилы? Подожди. Где он? Где он? Сука! И как мне теперь отмазаться от него? Тихо. Давай, я отвлекающий маневр буду. Оп, смотри, оп. Здорово. Ой, он меня не заметил. Где он? Ай-яй-яй, все, я понял. До свидули. Оп. Ай, нет, он зарезал меня, сука. О май гад! Прекратите стрелять! Так, подожди, побежали, Саня, ты мне говорил, что есть нычка. Саня, есть нычка, куда? Ой, куда ты лезешь? И твоя нычка? Ой, подожди. Скорее, вышел. Сука, я обосрался! Оставил там подарочек. Чё за манеры? Чё за стрельба? Эй, сколько можно стрелять-то, а? Саня, ты подаешь плохой пример нашим маньякам, понимаешь? Тебе нельзя открывать школу. Тебе нельзя открывать. На карты, парень. Чё ты, эй, слышь, тебе нельзя пример подавать. Слышь, чё, повернись, а? Повернись туда. Вот это ты, понял? Как не культурно. А вот это я. Пуха, ответишь, понял? На завертуха. Культурщина. Сука. Подожди, он нас не нашел, надеюсь? Не видит же, где мы? Ну, прикинь. Так, мы... Граффити нормально, так знатно. Граффити знатненько, да. Согласен. Так, подожди, Леон. Ой, этот не Леон, это Саня. Попробуй так посмотреть. Куда? Дурак? Вот так немножко вылези из стрела. Типа вылазишь такой и в лицо получаешь. Ку-ку, ёпта! Там с его стороны просто вот сейчас это включим, смотри, third person, и просто вот чтобы вы понимали, как нас там видно. Ку-ку, ёпта. Нет, залезь обратно, да вы смертники, что ли? Идешь мимо, короче, головы такие на прилавках лежат. Жив, Леон. Да. Леон. Просто у Леона... Ой-ой-ой, все, вот это габелла. У Леона просто игра сделана очень тихо, и он не слышит, когда бегает, так что... Вот я слышу, как бегает маньяк. Я только что услышал, да. Так, вот. Сань, слушай, а здесь нет второй нычки, куда можно убежать? Было бы просто, вот просто очень круто, если бы вверху где-то была еще нычечка. Ну, ему, кстати, было интересно, наверное. Тут сейчас потопали, и считаем, он такой, да где топают, да где топают, а нычка-то он не знает. Он сейчас будет знает. Искать, как сюда попасть, вот это, тихо, он где-то вот здесь, да? Если сейчас что-то оттуда полезет, я обосрусь просто, знаешь, как в Silent Hill'е какой-то, вау! Из стены такая дура просто. Да. Зомбарь просто в стену влезет. Так, давай посмотрим, что у нас где там. Да вы куда, блин, свернитесь? Так. Я спрятался. Так. Ну и ладно, я тоже полез тогда. Ай-яй-яй. Иди ко мне, вот, видишь следующий столб? Куда, какой столб? Куда? Ты меня напугал! Я взял, обосрался, блин. Чё? Продавщица Зинка! Вы посмотрите, Зинка просто исчезла.
Ясно. Просто минус... Она такая, знаешь, типа, да ну вас нахер, идиоты, сука. Просто взяла, вышла, прикинь. Вот это, кстати, впервые в маньяке. Просто взяла и вышел. Маньяк просто вышел. Психанул. Маньяк психанул. Я не знаю, ну что. Рабочая смена закончена. Меняем на консультанта, что поделать. Зинку на консультанта. Больше ничего не поделаешь. Ребята, вы сейчас увидите переписку с продавщицей Зинкой. Он пишет то, что у него свет вырубили. Я пишу, пойдешь. Он говорит, не могу без света. Как я уже говорил, у нас сегодня упоротый, просто адский упоротый маньячок. Сань, прекращай стрелять. Я говорю, ты подаешь плохой пример ребятам нашим. Прекращай стрелять. Так, пойдем сейчас уже пораньше запрыгнем туда. Это кто стреляет? Доставай нож, лечь! Залетел такой на ноуклипик, пацану, и давай в него стрелять. Ребят, все-таки теперь давайте попытаемся забраться туда. У нас есть время. У нас есть время. Да, есть время забраться туда. Все, я тут, ребят. 7 секунд осталось. 7 секунд, и выйдет наш маньяк! Вот так вот. Блин, сегодня реально, я не знаю, что за день. Вчера было 1 апреля, сегодня вы смотрите это 2 числа. И это, наверное, послепраздничное послевкусие такое, знаете, типа, много нашутился, и потом, да. А вообще, говорится, весь апрель никому не верь, так что... Так что как-то вот так вот. И что бы я хотел сказать? Где маньяк, простите меня, пожалуйста? А, все, вижу, вижу. Кстати, тут очень классная нычка наверху, я отсюда все вижу. Высоко смотрю, высоко гляжу. Это кто, Сань, ты? Сань, руководи мной, опять! Я не понимаю, что значит в своем понимании руководи мной! Ну, подсказывай, где это? По рукопут себе, я не знаю. Сань, забегай вовнутрь, забегай, забегай. Он бежит за тобой. Тихо, он забежал. Он нет, он не забежал. Он в офис побежал, в офис. Саня, запрыгивай. Бегом, бегом сюда, Саня. Саня, Саня, сюда. Ай, нет. Ай, кто? Лёва. Подожди, он, да, давай сюда, бегом. Он в ту дверь зашел. Ай, отлично. Я не могу пролезть. Лёва, Лёва, хана тебе, хана. Беги, просто беги. Так, отлично. Так, отсюда, видишь, вообще все идеально. Я не смог пролезть, короче. Только посмей, сука, стрельну. Только посмей! Не пали, это топ же нычка, про нее вообще никто не знает. Опа, смотри. Шум. Смотри, как костяшка было. Да, да. Ням. Костяшка. Дай. Что-то вкусное, дай. А, он и про ту нычку знает. Лол, вот это уже плохо, на самом деле. Это офигеть. Плохо. Так, слушай, так. Даже я не знал об этой нычке. Ой, это хорошо, то, что ты не знал. Конечно, плохо, что ты теперь знаешь. Саня. Сука. Ты хуже сделал, дурак. Чё хуже я сделал? Так, и у него не получится, А чё он там делал? На прилавке кровь. Так. Я за ним наблюдаю просто. Стеллажи около кассы. Я даю подсказку, вторая минута, уже пора бы нас найти. Консультант, опа, смотри, к пятой оп, кассе. Первый пробежал такой, смотри, на второй круг. Возможно, на второй круг, если он пробежит, у него что-нибудь получится. Но это не точно. Смотри, и там, да ты чё совсем? Чё там за нычка? Ну где, он не одупляет, демон. Это, короче, к вентиляции идёт нычка. Куда? К вентиляции, там вентиляция, система. Саня. О май гад, ребята. Тихо. Он знает. Тихо, ты уверен? Shit, no, я знаю, он знает. Тихо, хорошо. Но он не может. Но он не умеет, так что нам повезло. Сань, какой план будет? Ран. Пока что у него один план. Можно смотреть бесконечно на три вещи. Как течет вода, как горит огонь, и как прыгает маньяк в нычку. Просто посмотрите. И не получилось. Ах! Не получилось. Саня, он понял, что вас там нету. Да. Но не тут-то было, есть альтернативные. Подожди, давай напишем. Почти получилось. Попробуй конца, да? Еще раз. Сейчас ему смотрели. Тихо. Вот будет смешно, если он сюда запрыгнет. Вот мы обосремся. Вот мы как побежим. Как он отсюда запрыгнул? Он что, совсем дурак? Тихо. Почему за мной побежать надо? Подожди, тут есть что? Беги оттуда, беги, варпач, он сзади, блин, он не скатывает. В смысле, подожди. Или подожди, это нет, не варпач. Нет, это Саня. Саня, давай, беги, он не скатывает. Сань, забегай в кабинет. Не поворачивай, ты тут. Сань, забегай в кабинет. Что он там делает? Слушай, он все еще живет. Чего происходит? А дай на чего я живу? Я вот книгалю. Саня под год модом. В смысле у Саня под год модом?
Все. Ты дурак, что ли? Типа умер. Ой, а это типа твой труп летает или что, Сань? Да, это типа что? Призрак твой летает? Это что, ребят, сука, что за упоротый маньяк, мать твою, а? Типа умер, типа умер. Какого хера, Саня? Откуда у тебя код мод вообще включен? Да я забыл выключить его. Сука. Ой, упоротый. Ой-ой-ой. Ну что ж, бандиты, надеюсь, вам понравился такой упоротый маньячок. Надеюсь, вы расслабились, отдохнули, похавали, все сделали, все, что хотели. И просто получили кучу позитивных эмоций. Если да, то, конечно же, поставьте на этот видосик лайкусик, оставьте свой комментарий. А также, если захотите поиграть с друзьями на этой карте, то ссылочка на карту будет в описании. Я, знаешь, как граммофон затухаю. Граммофон! У меня голос такой садится. Короче, ребятушки, не забывайте подписываться на мой и ребятушкин каналчик. Все ссылочки для вас находятся в описании. Всем удачи и всем покусики. Пока-пока.